Я думаю, что вообще, когда поезд отправляется, всегда «Прощание славянки» играло достаточно успешно на всех вокзалах Москвы, если помните, в советское время. Да не только Москвы, кстати, страны. И никого это как бы не коробило, потому что есть люди, которым нравится Газманов, есть, которым не нравится Газманов. Да и песня, в общем-то, к ней отношение может быть двойное. Мне вот эта песня не очень нравится. Вот, но она не искренняя. Есть другие песни о Москве, они более искренние. Там «Дорогие мои москвичи», к примеру. Но она не очень вокзальная, вы меня простите, она слишком интеллигентная, наверное, для вокзала. Поэтому я думаю, что вполне можно было бы обойтись «Прощанием в Славянке». Это такая хорошая, маршевая, добрая, традиционная, ты чуть не сказал песенка, мелодия, которая вполне может решить этот спор. Лично я, например, не имею ничего против ни Газманова, ни его песни. Ну, считаю, что она, наверное, не совсем на месте.